Ребятки, и снова всем привет. Сегодня я планирую посадить лук, который я купила голландский. Но сегодня ветряка сильный. Ну, вышла я на огород. Я взяла баронку, сейчас пораню немножко, чтобы разбить эти комки земли. Вот, сколько успею, сегодня столько и посажу, потому что вроде как дождь собирает. Вот мой лук, красота сплошная. Вот, и я хочу вот эти вот бирочки как-то сохранить, я их отрежу. В пакетик заверну и поставлю палочки. Мне очень важно посмотреть, как какой сорт вырастет. Вот этот штурон или как. Вот, Шекспир и вулкан. Вот. Вот это такой, мне написали в комментариях, что вытянутый такой продолговатый. Вот. У меня в прошлом году тоже был продолговатый посажен, но не знаю. А, еще там сеточка осталась у меня этого Штутгарт, это украинский производитель, а еще полкилограмма есть Штутгарт голландский. Так, ну я пока его тут оставляю, чтобы мало ли, если дождь, чтобы не мочил. Боже, ветряка, капец. Так, мне надо взять мою эту треножку. Сейчас возьмем. Есть. Вот, но земля вроде как там внутри влажная. Боже, вчера был дождь, уже оно все высохло. Сверху, по крайней мере. Ух, ветряка. Сейчас я сделаю бороздочки и, наверное, задувает. И, наверное, все желеечку возьму, да пролью немножко. Я так привыкла сажать. Мне так спокойнее на душе. Вон мой огород. Надо якорь было с собой брать. А тетя Женя кажет, а я вышла на огород и говорит: Юля, уходи, бо я уже смерзла. Да я чуть-чуть. Вон сходит у меня, видите, тоже посадки мои. Ой. Ну он вроде не сильно холодный, но вот моя воронка, ребята. Так, дальше будет без звука, я наверное звук уберу, потому что это все будет за... Давайте я вам сейчас покажу, как это я делаю. Вот так вот поставлю камеру и покажу. Ветряка. И получается вот так вот. Ну, он немножко взрыхляется почва и немножко разбиваются эти вот комки. Все, буду делать такие длинные ряды и сажать лук. Тут тоже уже лучок сходит у меня. Вот он. Видите, мелкий-мелкий. И здесь будет голландский. Вот так вот тыкну палочку сюда и буду по рядам и этикетки эти подцепляю, чтобы потом знать, что у меня здесь растет. Вот такие вот делают длинные рядочки. Ну, вроде как ровно. Глазомер у меня потихонечку начинает. Практика. Вот, пошла я за леечкой, буду проливать и потихонечку сажать. Все, ребята, плантацию лука посадила. Смотрите, сколько. Ну, чуть-чуть кривенькие рядочки, конечно. Пометила вот сорта. Короче, вот так вот. Итого раз, два. Вот такие длинные ряды, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне нравится это число. 10 рядов, ребят. Вот так вот отойду, покажу. Смотрите, лучок потыкала на таком приличном расстоянии, чтобы вырос большой и красивый. И теперь мне надо все это теперь заграбить, как сказать, засыпать. Вот, я хочу использовать грабли. Возьму грабельками и аккуратненько все это позасыпаю. И еще надо на край вот сюда одну палочку, чтобы видно было, где закончился ряд. Красота! Сварила я, ребята, супчик. Не на воде сегодня. Сегодня не на воде.
куриное филе. Здесь одно куриное филе. Вот я его порезала. Вон тут кусочки вон встречаются. Вон они. Картошка. Зажарку не делала, просто кинула лук, морковь и макарошки. Ну, лапша такая яичная. Даже что-то многовато лапши получилось. Петрушка, потому что укроп еще не вырос. И немного лука зеленого. Вот такой вот легенький супчик. Ну, если бы не было тут вермишели, то тогда бы был легенький. А так не совсем легенький. Ну, вкусный. Смотрите, что Ласа делает. Поймала воробья. Где он, Лен? Я не вижу. Да, сейчас. А, и играет им. Она не столько кушать, наверное, хочет. О. Оп. Ай, спряталась за дерево. А если еще приблизить? Оп. О. Опа. Опа. Ну и что она делает? Где он? Вон. Бесится. Ну так вот. В природе выживают животные. Сначала поиграла. Теперь будет есть, наверное. Ладно, как кушает, мы уже не будем снимать. Жестоко. Вот так вот мы, ребята, делаем яйца. Они уже у нас отварены. Вот, и мы просто горячую... Ой, воду. Оп. Ай, она слезла. Смотри, Лена, что получилось. Не по фэншую. А у нас больше нет этикетки другой, да? Ну, у нас все ровно 9. Ладно, все ровно 9. Так, а что ж такое, что она у меня слазит? А может, просто не ложка, так ровненько. Мама, может, блин. Ты че? Я же испугалась. Нормально. Я, меня жар кинуло, ты че? Да? Давай не надо так, давай ложечку. Нормально, все, я беру. Я туда не буду смотреть. Не смотри, так раз и кидаю. Тогда ровно получается, потому что когда ложка, оно съезжает. И мы одно испортили, получается, немножко. Вот, вручную. Оп, и никакой краски. А что, я сейчас вот так, оп, все покидаю. Раз, и покраска яиц окончена. Как быстро, да? Не ляпнула на тебя? Пока что нет. Берегись. Берегусь. Оп, все, достали и готово. Вот такие вот у нас. Мы как раз 9 этикеток взяли и натворили 9. Ой, я проткнула яйцо. Лен. Где? Вот. Уже все. Осталось 7. Все. Готово. Плиту отключаем. Такие у нас красивые получаются яйца. Че, красота? Красота. Вот. Переложить так по фэншую. Вот. Вот так вот. О. Вот так. Одно такое, одно такое. Вот. А внутрь пасочку поставить, и все. Вот они, собаки, игрушечки. Игрушечки игрались. Вот так. Целыми днями играют, играют. Жука сегодня... Жука отцепляли, он сегодня бегал много. И за воротами побывал несколько раз. И мама наругала несколько раз. И все. Сытые, довольные морды. Что им еще делать? Играться надо. Вот так. Альма ему покоя не дает. Она готова играть и днем, и ночью. Да и жук тоже. Че, он молодой. Энергии много. Собаки друг друга прям за губы кусают. Смотрите, что творят. Что творят. Так, ребята. На самом деле, этот кусочек видео, это уже новый день. День праздника Светлой Пасхи. С чем я вас, каждого, поздравляю. Пусть в ваших семьях будет мир, спокойствие и самое главное, мирное небо у всех над головой, чтобы не было войны. Бежит уже. Я иду туда, в сад. Она бросила жука, бежит туда. Сегодня на самом деле прекраснейшая погода, ребята. Сейчас уже ближе к вечеру, уже часов 6 на самом деле. Вот. И солнечный день был, теплый, и куртки сняли. Лена вообще в футболке бегала. Иди сюда. В футболке бегала. Вот, но все равно такая погода еще обманчивая, нельзя сильно раздеваться. За на завтра вроде еще теплее денечек. Деревья цветут, смотрите, вовсю сейчас покажу. Смотрите, это вишня. Вот это вишня.
красота какая, пахнет здесь сад, заходишь, такой запах, такой аромат, и черешенка вон цветет белым-белым. Альма пошла уже вон к соседям на огород, пошла, красота, модница, скороводница, красота такая вот у нас, благодать просто. Ну, естественно, сегодня праздник, на огород я не выходила, так пошла, только петрушки нарвала, лучка зеленого, вот. Мы посидели, попили чаечек, немножко сегодня отдохнули от посадок, от работы. Родственники приезжали, мы посидели. Наши чудо-беседки. Все-таки как хорошо, что есть беседка. В ней так хорошо, уютно, и от ветра можно спрятаться. Хотя сегодня мы одну часть отзанавесили, потому что было тепло. Наш терем-теремок. Пошли, Альма. Смотрите, как у меня тюльпаны пораспускались. Смотрите, какие они яркие, ребята. Вон за деревом тюльпаны. Вот. Яркие-яркие. Красота. Так жалко, когда их не станет. Вот некоторые нарциссы, видите, уже отцвели. Вот эти желтенького цвета, которые были. Зато есть новые, беленькие. Вон желтые опять отцвели. Вот дальше розы будут. Эти вот мускарики или как. Вот эта красота тоже есть. О, этот тюльпанчик закрылся. Он сегодня, когда солнышко будет, так было, так сильно раскрылся, как будто вот-вот прям листочки отпадут. Альма, пошли. Где-то она убежала. Вот такая красота. Все зеленеет, тепло. Лето приближается. Если бы не было войны, так хочется в то время поскорей вернуться. Дай Бог, чтобы она настала. Мы в это верим. Ждем, чтобы жизнь пришла в норму, как прежде. И жили спокойно. Спокойно, не боясь. У нас сейчас только что тревога в городе. Вот буквально 3 минуты назад. Звенело, гудело. У меня еще на телефоне приложение стоит, но все равно с города слышно. Как, особенно если ветер в нашу сторону, то очень хорошо слышно. Мы ж недалеко тут. Ну, не знаю, от нас до города 1,5 километра, наверное, немножко. Ну, до 2, во всяком случае. Вот, так что хорошо. Мы сегодня отдохнули, посидели. Ну так, конечно, мне кажется, сейчас с любой компанией собираешься, и все равно разговоры за обстановку, за события, что да как, да, переживания. Вот. Так что все равно, даже я же говорю, на какие-то праздники так вот собираешься, то оно отличается от того, как было раньше. Потому что настрой-то какой. Все подавленные. Блин, убежала далеко куда-то. Фазаны уже вовсю кричат. Главное, чтобы не повыдергивали зернышки. Вот. Посмотрела, раз там уже идет впереди тепло, то я могу, в принципе, на днях и посадить кукурузу. И, может быть, и кабачки уже. Надо свеклу еще досеять. Я посеяла одну партию, еще нужно. Ну, я такую раннюю посадила, на раннюю. Вот, все цветет, все пахнет. Красота и благодать. Так что еще раз вас, ребята, всех с праздником. Мира, добра, здоровья. Берегите друг друга. И до новых встреч. Пока-пока.